Да, добрый день. Скажите, сегодня судебное заседание, приговор. Да, значит, приговор такой. Виновен 2 года условно, 3 года испытательный срок. В эти 2 года входит то, что я сидел под домашним арестом. Но, в общем, пригрозили пальчиком, чтобы я не занимался экстремистской деятельностью. Ну, что значит экстремистская деятельность? Борьба за свою страну теперь называется экстремизмом. Ну, с одной стороны, можно радоваться такому решению, я имею в виду, что нереальный срок. С другой стороны, в общем, это давление на всю оппозицию. Такой сигнал: будешь выступать, будешь записывать ролики, размещать картинки в интернете, получишь либо условный, либо реальный, либо... В общем, власть прессует нас, но мы не должны отступать. Я не собираюсь сдаваться. Мы идем вперед до смены власти.